Всем привет, друзья, с вами Симба, и мы продолжаем играть в Звездные войны и Павший Орден. Остановились мы на том, что должны попасть к какому-то джедаю. Вот. И что, я не попал, что ли? Да ладно. Вот. Кстати, убил я этого долбоеба, который тут был у меня. На самом деле здесь ничего сложного в этом нету. Играется так же, как и в Sekiro God of War. То есть надо выжидать моменты, когда наносить удар просто. Вот так вот. Ну чё? Нам нужно куда попасть? А, вот в это, вот это здание, да? Давай глянем. Ты отметил все места, где мы были? Ага. Вниз, вверх. Я не смогу туда добраться. Нужен другой путь. А, здесь 34% исследовано, да? Ладно, 0 из 5 ящиков, ёпта ж. Хорошо. Это мини-карта. Ой, блядь! Куда же ты? Что там, беди один? Новый материал, пончо. Рассвет бога. Или богано. Пончо? Рассвет? Давай в таком походим. Пчела премиум. Богомол. Персонализация. Так, банк данных. Способности. Так, ну у меня 3 способности изучены. Вон там еще один сундук, я вижу. Так, здесь у нас что? Здесь медитировать. Это что такое? Кто-то хотел добраться до хранилища с помощью этого. Путешествие к хранилищу. Педантично написанные заметки о сфере энергии, оставленные исследователем на Богано. Пошли вниз. Ой, блядь, я думал... Да, не допрыгнул. Сука. Надо привыкнуть еще к уклонениям. Ой, блядь. Уходим. Ну давай, иди сюда. Что-то он совсем не хочет меня атаковать. Ёпта ж. Хера ты подпрыгнул, братан. Сканировать. Огдо. Используйте атаку с этим мечом в комбинации с силой, чтобы отсечь язык существа. Очень опасен в случае удара светового меча.
Огда – грозный сверххищник, который находится на вершине пищевой цепи Багано. Своим липким языком способен схватить жертву на расстоянии 8 метров, а затем затащить прямо в пасть. Такая атака может застать врасплох практически любую добычу. Огда обладает шкурой, которую нельзя просто так пробить световым мечом. Из-за этого он особенно опасен в ближнем бою. Специально старается прыгнуть к жертве, чтобы сократить дистанцию. Так что ему можно отрезать язык. Так, это, ну, кстати, платформа. Ну, мы сейчас все смотрим здесь. Не хочет работать. Как-то здесь все это включается. Подземное убежище. Отлично. Ах ты, блядь, хитрый. Просканируешь? Пара рыба. Так, богарты, вот. Пара рыбы обитает в крупных водоемах и питается водорослями и другими растениями. Когда водорослей недостаточно, множество рыб погибает. В процессе разложения их тела повышает кислотность воды и постепенно растворяется на дне, образуя ямы. Так, там какой-то сундук у нас был, да? Сейчас поймем, где мы тут забраться можем. Новые семя для террариума Кальпи. Фига себе. Так. Вон сундук. А как нам туда попасть? Так. Что здесь так много всего-то? Эй, беди один. Что нашел? Завр? Естественно, среда обитания завров выступает в ветреные каменистые районы. Низкое положение тела и цепкость позволяют этим животным быстро и ловко перемещаться по различным поверхностям. Например, по стенам пещер. Они очень чувствительны к климату. Чем выше температура воздуха, тем медленнее они становятся. Там что-то есть? Ой, блядь. Нихера себе там. А это что такое? Это не просто учитель. Да, путь труден. Порой кажется, это невозможно. Но упорство и сила помогут преодолеть любые преграды. У тебя все получится. Так, теперь двигайся ко мне. Так себе. Еще раз поверь в себя. Да, учитель. Соберись. Еще. Блять, а что надо сделать-то? Хорошо, еще раз. Теперь доберись до меня. Я смог.
упорство и сила и правда помогают. Просто вспоминаю старые трюки. А, короче, это новые вот эти места открывают нам способности. Так, тихо, ты что, не можешь туда забраться? Да ну нахер. Ага, не по всем стенам он может так прыгать. Стены вот с этими коричневыми полосками, он по ним может прыгать. Покажешь снова тот короткий путь? Так, ну, нам сюда, естественно, нужно добраться. Так. Легенда доступна, не исследована. Пошлите. Чё нам лямку тянуть? Так, нам нужно попасть. Тихо. Тут чё, блядь? А смогу ли я? Нет, не смогу я так. Так, а как мне туда попасть? Блядь. Тихо. Блин. Блять, по стене бежать надо. Что ты творишь? Так, и... Так, надо подумать, как мне туда попасть. Блять, ну так он не допрыгнет, да? Эту сумку кто-то привез с Корусанта. Ее владелец злился на совет джедаев. Сумка оставлена кем-то с Корусанта по неясной причине. Это кто-то был разочарован с этим джедаем. Блять, то же самое. Что это там за херня? Так, ну у меня такое ощущение, что я, скорее всего, не смогу попасть к этому ящику пока. Скорее всего, будет, наверное, открыт какое-нибудь умение. Сейчас, секундочку. Блять, издеваются надо мной. Так.
Может, какой-нибудь двойной прыжок я открою. Вот, еще один ящик. Ну, началось. О, там что-то было? Доблесть и мудрость. Это переключатель, да? Давайте осмотримся. Ой, блядь. Ты чё, блядь, маленький? Сюда иди. Охренели совсем. Это что так? А, это половинка. Сука. А ты не можешь уклониться, что ли, блять, от этого, да? Есть. Так, что мы здесь нашли? Погоди. Что там, беди один? Новая муфта святого меча. Доблесть и мудрость. Короче, нужно муфту какую-то. Ой, щуп, щуп. Починить. Так. Нет, мне не сюда. Блять. Что за приколы? И? Доступно. О, что там доступно может быть? А, понятненько. Это вот так надо было мне сделать, да? Да. На перегонки? О, держись. Это еще не конец. Ладно, ладно. Ты бы все равно выиграл. Наверное. Похилимся чуть-чуть, да? Черная щель. Это сооружение находилось здесь веками. Похоже, единственный способ подкохранилища использовать силу.
Что это там? Надписи. Хранилище построено из карнита, твердого камня, богатого минералами. Внутренние стены покрыты металлами. Надписями этих глифов нет ни в одном галактическом банке данных. Свидетельство того, что со временем язык был утрачен. Нашел что-нибудь? Подношение. Угу, понятно. Пойдемте в щель. Темная щель. Впечатляет. Что такое, Биди? Отлично, незнакомец. Тебе удалось пройти испытание и получить доступ к хранилищу и этой записи, одной из многих, которые бережет дроид. Я мастер Эна Кордова. Мы не знакомы, но мне известна твоя цель. Судьба Ордена Джедаев в твоих руках. Это место, это хранилище. Бывший храм давно угасшей цивилизации Зеффо. Здесь во время медитации на меня снизошло озарение силы. Видение конца. И я спрятал в храме джедайский голокрон. С именами и координатами детей галактики, чувствительных к силе. Впереди тебя ждет камера-хранилища и еще одно испытание. Я могу доверить голокрон лишь тому, кто понимает меня и идет тем же путем. Найди же гробницы трех мудрецов и научись видеть таинство силы, как Зеффо видели их. Этот дроид станет ключом к успеху твоего предприятия. Отправляйся на Зеффо. Там ты познаешь мир в эпицентре бури. Удачи, джедай. Да пребудет с тобой сила. Ну, Зеффо? Это, наверное, следующая планета. Так это с тобой я должен был познакомиться. Знаешь, я очень долго был один. Я жил без цели, прятался. Так жить нельзя. Ни джедаю, ни дроиду. Может, Цера права? Может, хватит прятаться? Эй, а хочешь, познакомлю с моими друзьями? Пункт назначения Зеффо. Такое ощущение, что здесь место для схватки, драки. Мне нужен щуп, чертов. Так, что-нибудь интересное мне здесь поведает мой юный дроид. Уже ничего. Ладно, папе, вошли в этот щель. Думаю, я нашел, что ты хотела. Похоже, так и есть. Мы вас ждем. Блядь.
блядь. О, мне очко навыков дали. Заберемся, получим. Мощный удар смертельный для слабых врагов. А, нет, это удерживание змеи позволяет Кэлу заменять цель на более длительное время. Улучшает защитные навыки Кэлу, что снижает урон, наносимый устойчивости блока атаками врагов. Давай этот изучим. Все. Хорошо. Нам, по сути, здесь нужно, конечно, сундучки бы пооткрывать все, которые здесь есть. Плюс узнать, что за щуп. Что от меня требуется, как это вообще происходит с этим щупом. Пока это для меня не ясно. Так, а это что? Ой, бля. А нахера я отсюда спрыгнул-то? Он полетел. Блять, мне только сюда, что ли? Ладно, пошли, посмотрим. Там еще был у нас спуск вправо. Заброшенная мастерская. Закрыто с другой стороны. Что-то нашел? Мой друг. Выходит, что зефы интересовались Датамиром. Странно, что столь мирная раса была увлечена местом, где царит только тьма. Самое написано. Так, и я не смогу это открыть, да? Да ладно. Открыт короткий путь.
Все, я понял, где я нахожусь. Обратный путь должен быть короче. Так, а чтобы туда попасть, надо сверху как-то, да? О. Так. Какие-то лисы бегают. Почему я не могу? Ой, привет. Что, новый друг? Буглики. Буглики, маленькие существа, эндемики Багана. Являются мастерами бегства и способны передвигаться на пальцах ног. Это позволяет им быстро менять направление движения или прыгать, перемещаясь по каменистой болотистой местности. Покрывающий тело мех компенсирует потери тепла через голову и стопы. Так. А это что за херня, блядь? То здесь еще пиздец можно, блядь, понаходить интересного, да? Я так понимаю. Так, вон там мы были. Здесь мы тоже были. Но мы не можем открыть вот эту херню. Получить щуп адаптер. А где я его могу получить? И могу ли я возвратиться обратно на эту планету? Вопрос. Да, и здесь я ничего не смогу открыть, пока у меня ничего нет. Здесь надо как-то наверх еще попасть. Мостом кто-то опустить как-то, да? Ладно, пойдемте на корабль, наверное. Куда ты, блядь? Ёбаный насос. Взял, упал. Так, корабль вон. Так, мы на месте. Уёбаный. Что увидел? Что у тебя, беди один? Что это? Туннель бугликов? Туннель бугликов связывает их гнезда и служит естественной защитой от хищников. За один день буглик способен пройти ход до 5 метров длиной. Буглики собираются в крупные стаи гребней. Около третьей жизни они проводят с рытьем сложности этих туннелей. Понятно. А. Блять, что с тобой? Сука. Что с твоими ногами? Ты прошел испытание. Так ты знала о беде один? Заходи, поговорим внутри. О, беде один, это Грис. Привет. А это что? А ну, брысь! Прочь! Прочь, Невада! Фу, убирайся! Иди вон! Это беде один. Наш друг. Мне плевать, чей он друг. Да ты хоть знаешь, как трудно вывести масляные пятна с обивки из шерсти Патолли? Нет, не знаю. О, и не говори мне, что он нашел только дроида. Успокойся, Грис. Не только. Расскажи, Кэл. Хранилище построила древняя цивилизация Зефа. А джедай Эна Кордова спрятал там что-то внутри. Что он там спрятал? Голокрон из архива. В нем список детей, чувствительных к силе. Поколение джедаев, я так и знала! Ох, Кордова дуралей! Ты знала его? Да. Давным-давно я его ученица. Кордова был одиночкой,
Наверное, лишь этот дроид и я знаем о Богана. Минутку, погодите. Гола что? Голокрон. На нем информация, доступная лишь джедаям. Сейчас, у меня завалялся один. Используй силу. Говорит Оби-Ван Кеноби. С прискорбием сообщаю, что наш Орден Джедаев и Республика пали. Оби-Ван? Фига список себе. Чувствительных к силе поможет возродить Орден и свергнуть Империю. Ну ладно, и в чем проблема? Найдем его! Но Голокрон спрятан в хранилище, и найти его можно лишь следуя по пути Кордовы. Еще я наговорил что-то про Датамир и о планете Зефа. Ясно. И куда мы летим? Я интересуюсь, потому что нужно же приготовить еду. Ладно. Но для начала хочу понять вот что. Почему ты больше не джедай? Одно событие сильно изменило меня. И я больше не пользуюсь силой. Но ты хочешь возродить Орден? Я считаю, что Орден Джедаев — это наш шанс победить Империю. А что ты считаешь? Я считаю, прятаться от Империи бесполезно, так что выбора нет. Кэл, пока ты жив, у тебя всегда есть выбор. Так ты в деле? В деле. Датамир или Зефа? Выбор твой. Так, добавленные записи. Возрождение Ордена Джедаев. Поведав, что она больше не использует силу, Церы отправляет Кэл в древнее хранилище. По пути Кэл встречает дружелюбного дроида по имени BD-1, который присоединяется к нему. Во время их совместного путешествия Кэл использует силу и вспоминает о своей способности бегать по стенам. Внутри хранилища BD воспроизводит сообщение от мастера Эна Кордовой, в котором тот рассказывает, что спрятал Голокрон со списком имен всех известных детей, чувствительных к силе. Чтобы добраться до него, Кэлу необходимо найти гробницы трех мудрецов Зефа. Заручившись поддержкой BD, Кэл начинает долгий путь к восстановлению Ордена Джедаев. А что ты можешь мне сказать? Просто дай знать, когда захочешь лететь. Эй, Крис, что это за штука? Что? Ты никогда раньше не видел террариум? Видел. Но разве там не должны быть растения? Ну, я был немного занят, возил тебя по галактике. Кстати, можешь отблагодарить меня семенами. Ты же ненавидишь природу. То, что снаружи, еще как. Но за достаточно толстым умбарским стеклом оно само совершенство. Ладно, посмотрим, что удастся найти. Так, ну семя я уже посадил, я так понял, да? Семя калпи или как его, правильно? Так, здесь медитировать можно у нас. Что здесь? Персонализировать световой меч? Посмотрим, что мы можем сделать. Цвет. Зеленый, синий. Так, переключатель. Давайте такой поставим. Муфта. Материал. Пусть будет зеленый. Надеюсь, я еще могу найти цвета, то мне интересно, какие еще могут быть. Но красным, понятно, скорее всего, не будет. Так. Цера, ты чувствуешь силу? Да. Но я не открываюсь, а подавляю ее. А ты должен делать все наоборот. Блин, я тут прикольная кабина. Вспомнил кое-что о себе, что было до истребления. Было больно, но часть меня будто вернулась. Не бойся. Ты учишься снова принимать силу. Один момент. Так, ну наконец-то, пора сваливать.
отыскать древние гробницы на Зефы. Еще вот это есть, да, у нас? Датамир и Зефа. Давай на Зефа, да? Исследовано 16 ящиков, 4 тайника. Жесть. Ну, потом как-нибудь это я все сделаю. Мне кажется, что когда все это закончится, настанет время остепениться. Встретить любовь, завести семью. Любовь? Ты? А что, думаешь, я не знаю, что такое любовь? Тогда давай просвети меня. Ну, слушай, это самое лучшее, но и самое трудное, что вообще есть. Для любви необходимо восхищение, преданность, влечение и уважение. Грис, это очень проницательно. Да, что ж, это приходит с опытом. Нельзя же выглядеть так хорошо и не быть сердцеедом. Ну да. Прикольно, то есть никаких загрузок, прям летим. Так, мы на месте. Полезай в кресло. Нет, загрузка все-таки есть. Там буря разбушевалась. Слушайте, не лучшее время для посадки. Да, что-то не так. Ветра создают помехи для комов. Эй, Кордова говорил что-то о штиле в эпицентре бури. Я вижу поселение прямо в ее центре. Нужно добраться туда. Вас понял. Парень, порывы ветра нам не страшны, если он не усилится. Скажи железяке, чтобы держал свое мнение при себе. Я уверена, что все под контролем. Конечно, под контролем, но все не так просто. Так, держись. Безупречно. Гризи может, детка. Но комы по-прежнему ловят очень много помех. Пара минут, и я все настрою как надо. Займусь поисками следов Кордовой. Ладно. Выйду на связь, как все настрою. Кэл, подойди. Ты хорошо проявил себя на Богана. Чем больше узнаем о Кордове и Зефа, тем выше наши шансы остановить Империю. Я слышал о древних культурах, но мало что о них знаю. Я знаю лишь то, что Кордова был одержим Зефа. Считал, что их учения очень важны. Меня тоже занимали тайны нашей галактики. Принимайся за дело. Здесь можно многое узнать. Удачи. Я вижу, вы оба многое пережили. Это нелегко. Да, нелегко. Но я думаю о тех, кто когда-то в меня поверил. Если я отрекусь от себя, то и от них тоже. Уверена, у тебя есть свои примеры. Прав. Мой друг с браки. Он пожертвовал собой ради меня. Он верил в тебя. От тебя многие зависят, даже если они об этом пока не знают. Не сдавайся, Кэл. Ради Прауфа. Ради всех. Ну что, пошли. Посмотрим. О, беда. Отлично у нас получилось. Надеюсь, ты не пострадал. Ну а что уставился? Ты с кем разговариваешь? Да с моим кораблем. Богомолом. Хорошее имя, да? Внушает страх. Ой, да что ты понимаешь? Ты, наверное, и кораблем-то не управлял. Может, однажды я тебя научу, когда закончишь с джедайскими штучками. Даже скидку сделаю. Так, ладно. Нужно идти. Сундучок. Погоди. Так что там было? Новая тема BD1, синий лидер. Открыть можем? Нет. Опа. Заброшенный ангар.
Есть там что-нибудь интересное для меня, нет? Нет. Что? О, ладно. Что нашлось? Пончо. Не двигается. Короче, я слышу этих засранцев, штормовиков. Что нашел? Ящик для отлично. Хранения. Наверху нету ничего. Ладно, пойдем отсюда. Опа, тут штормовика дерут. Осторожно, беги. Вид у них недобрый. Ну-ка, сканируй. Кто это такие? Сказ. Спасибо. Сказ владеет двумя атаками. Кусает за пятку или блокирует перемещение жертвы прыжком, который нельзя заблокировать. А очень хитрый предпочитает атаковать обездвиженную жертву целой стаи. Сказ предпочитает поддерживать низкую температуру тела так, что, как правило, их можно обнаружить в тени или в темном месте. Из-за слабого зрения они особенно уязвимы при ярком свете. Это стайные хищники, которые наиболее опасны именно в группах. Когда сказ мертвых хватков цепляется зубами в жертву, его товарищи смогут с легкостью ее атаковать. Mm-hmm. Штормовик? Кэл, ты меня слышишь? Имперцы, они нашли Зефа. Если бы они следовали за Богомолом, нас бы уже схватили. А вдруг они ищут гробницы? Надеюсь, нет. Я настроила частоты связи. Попробую выйти на канал имперцев. Электропосох. Не выходит. Зачем тебе сила, если ты не можешь открыть дверь, блядь, с той стороны? Ох ты ж, блядь! Вот еще. Они тоже, что ли, в ямах живут? Так. Теперь куда? Какой-то ход. Так, я что-то там нашел. Плач ребенка. Этой ветошью мать укутывала ребенка, чтобы согреть. Они от чего-то убегали. Не говорит, что щуп нужен. Еще снимай. Вот так. Да. Что, можно и больше? Спасибо, беди. Контейнер стимов получен. Увеличен максимальное число стимов. Стим это... Это предмет, который я могу повысить себе жизнь. Пополнить жизнь с помощью BD.
Э, блядь, ты чё нахуй? Ебанутый, что ли? Так, где-то здесь штурмовики еще будут, да? Потому что я их слышал. Возможно, мы сейчас на них наткнемся. Спасибо. Нарушитель, там внизу! Опа. Давайте, идите сюда, да. Ну, ну. Опа. Стреляю! Все союзники мертвы. Чё сказал? Ха. Тихо. А, дверь. Какой хер ты не открываешься дверь? О, сундучок. Погоди. Так что там было? Получи новый эмиттер. Долг и решимость. Да, еще за каждую находку ящик или предмет дают опыт. Плюс то, что я и сканирую. Тоже дают опыт. Это очень, кстати, хорошо. Предупреждение. Запретная зона, имперский закон 94-364. Продажи и обмен запрещены. Покинутые деревни. А вон штурмовики, да? Куда вы? А. Мы уничтожим тебя. Давайте, давайте, давайте. Отступаю! Как ты их всех убил? Сканируйте. Штурмовик разведчик. А, может блокировать некоторые атаки, с этим мечом на его защиту легко пробить. Легкие противники бою один на один, но опасны в большом количестве. Давай, почувствуй запах. Бери ее и уходите, я отвлеку их. Астар, нет! Расставание. Сумка, брошенная семьей при расставании. Отец отвлек внимание на себя, чтобы мать с ребенком успели бежать. О! Давай, 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 давай. Ух ты, что, блядь? Иди сюда, нахуй. Все союзники мертвы. Вот и все. Что у нас тут есть? Сейчас будем исследовать планету вдоль и поперек. Так, а отсюда я пришел. А он меня не видит, да? Заебись. Пора в бой! Блин, за него немного опыта дают. Я ему мешал. Что там написано? Все ложь. Империи просто нужна была эта земля. Уведомление о выселении. Гражданские лица должны немедленно явиться для переселения. Мародерство карается расстрелом. В соответствии с имперским законом, продажа и обмен собственности и имущества запрещены без надлежащего разрешения. Настоящая собственность и все находящиеся имущества теперь находятся под защитой Галактической империи. Генерал Маркон. Маркон? 201 эскадрон. Ладно. Так, а сюда наверх я могу попасть?
Нет. А по этой штуке я могу лазить? Нет. Ладно. Значит, нам сюда. Внизу! Ой, блядь. Атакую врага! Ага, атакую, атакую. Че, увидел меня? А, то есть, если я к ним не подхожу, погоди, они не атакуют меня даже. О, там что-то было. Получен новый материал. Сюда еще сходить бы, посмотреть, что тут. Ничего интересного. Что это, блядь? Так, дальше идем. Короче, двойной прыжок, скорее всего, будет какой-нибудь. Я туда-туда не могу напрягнуть. Что ты засек? Жду подтверждения. Попал по цели. Вот сука, блядь. Надо просто атаковать его! Если он уйдет, командование нас убьет! Нормально. Командир штурмовиков разведчиков выносливее своих подчиненных. Может блокировать, парировать удар, а также использовать особые техники с вращением. Угу. Здесь закрыто. Мост, 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 мост. Как-то эти мосты все можно опускать, пока мы этого не умеем. Так, это везде написано предупреждение. Ой, извиняюсь. Так, вот еще. Куда вы нас ведете? Империя вынудила жителей покинуть дома. Испуганных беженцев отправили в трудовые лагеря. Или даже хуже. Выселение. Так. А дальше-то куда? Ну, если этот мост не могу опустить... Понятно. Нет. И силы я не могу ничего сделать. Чего? А, здесь мы были. Как я смогу туда вот попасть? Зачем ты так делаешь? О, вот. Блять. Прекрати, это действует мне на нервы. Ага. Прямо сейчас и займусь.
значит, остался только я. Все? Так. Джедай! Джедай! Ох, красиво. Починить щуп-адаптер. Хорошо, пока мы этого не можем сделать. Ладно, давай посмотрим. Так, отдохнуть. Так, нам одну очку навыков доступно, да? Пинок при уклонении. Давай потихонечку все будем, наверное, делать. О, нормально. Все приемы. Так, а штурмовики тоже появятся, да? Заебись. Турбинная установка. Ящик еще один. Погоди. Ты нашел что-нибудь в беде один? Медь. Новый материал. О. Вот, теперь мы свет включили здесь. Это вообще замечательно. Видно было хотя бы, что мы делаем. Так, а это мы куда вышли? К той же деревне, да? Ух, ебать. Ладно, пойдем обратно, заскочим туда. В турбинную... Ой. Блядь! Ебанутый, что ли, блядь? Выскочил, блядь. Блядь. Ух. Кажется, у нас проблема. А это кто такой, блин? Сканируй. Филак. Из-за слабого зрения разъяренному филаку трудно повернуться на бегу, поэтому они часто врезаются в скалы. Копыта филаку обеспечивают устойчивость даже на горных перевалах, так что этим животным не страшны суровые порывистые ветра Зефа. Филаки – превосходные скалолазы, с легкостью преодолевающие сложнейшие горные перевалы. По натуре эти животные-одиночки, которые рано отрываются от матери, чтобы занять собственную территорию. Их рога – грозное оружие против любого соперника. Короче, горный козлы, блядь. Что вы мне рассказываете? Новые задачи. Угу. Что происходит? Джедай! Думаю, я смогу его поймать! Ебать, от ракеты я не могу увернуться. Сука, иди сюда, блядь.
Зайти могу? Нет. Бля, что-то их много здесь было. Блять. Нет. Ебануться. Тихо. Так. Так, и что? Эй, беди. Я так, проверить. Он слишком умело защищается. Да мы ладно, не можем, блядь, проиграть, да? О. Да что это за нахуй? Эй, нарушитель, стоять! Он даже за мной не побежал. Так. О, ветряный монумент. Так понимаю, это гробница. Приближается джедай! Это цветочки! Не колебаться! Сука, блядь. Давай, я вырублю его! Не могу на это смотреть! Пиздец, блядь. Я не могу. Так. Заблокировано, да? И... В смысле? О, это что такое, блядь? Тебе меня не достать. Я пробью твою защиту. Прикольно. Тяжелый штурмовик. Что это? Тяжело скорострельным дальнобойным орудием щитом, способным выдержать значительный урон. Медленно движется, долго готовится к стрельбе и требует долгой перезарядки. Понятно. Живым ты отсюда не уйдешь, джедай! А че он стоит и ждет меня? Блокируй сколько угодно, мне нужна лишь пара попаданий. Угу. Херушки, блядь. Пора идти, беди один. Погоди. Что там было? Стихийный элемент. Новая муфта из святого меча. Еще сундук.
Не понял. Блять. Так, короткий путь открытый, да? Привет. Так, ну это то, что написано, то, что он сказал. Я убью его! Серьезно? Сюда! Размажем его! Ну, вот, смотри, ставлю блок, блядь. А, нормально. Ну? Впервые! Еще погоди. Что это? Ух ты ж, блядь! Я электричку, блядь, жду. Блядь. А куда мне надо? Ой, блядь, 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 блядь. Погоди. Блять, я что-то не понимаю, в чем прикол? Блин.
Эй! Он там застревает. Блять. Непонятно. О. Кэл, имперцам удалось выследить тебя. Уходи оттуда быстро. Понял. Спасибо. Да похилимся на это чуть-чуть. Что-то он не мог запрыгнуть нормально. Так, доступна одиночка навыков. Нет, 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 нет. Так, древо навыков. Ну и что делать? Вот это, наверное. Понятненько. Левый контрол, понятно. Все, мы готовы. Ладно, джедай, сразись со мной! Нам его не остановить! Расправимся с ним! Нужен всего один удар. Гости! Поехали! Кажется, он боится! У меня получилось! У меня тоже. Ну, началось. Так что там было? Звездный истребитель. Новая раскраска Богомола. Так. Нормально, нормально. Я кое-что узнал. Что им известно? Ничего о Кордове. Не думаю, что Империя знает о его визите. Значит, у нас преимущество. Пока. Ух ты ж, блядь! Все? Любопытно. Мы на верном пути. Да. И что, здесь ничего нет? О. Не смогу это силой расхерачить. Мне не пройти. Нет. Да, джедай, ты еще слабенький. Там впереди шторм. Он как-то вывел из строя приборы Империи. Я чувствую, как что-то тянет меня туда, за шторм. Не протився. Позволь силе обострить твои инстинкты. Хорошо. Я постараюсь. Блять, я думал, что я уже упал. Здесь такая же штука. Может, они связаны? А, это мы в самый низ спустились, да? Блин, может быть, какое-то новое умение я здесь могу открыть?
погоди. Что нашлось? Муфта. Ух ты ж, блядь. Так. А что с этой стороны у нас? Кто здесь? Еще один. А как ты не попал, блядь? Как ты, сука, не попал? Блядь? Еще один. Так. Что-нибудь интересное здесь мне подкинут? Или нет? Так. Что-то нашел. Блять, я точно туда иду? Впервые вижу такой сильный шторм. Да, невероятно. А что мне с ним сделать нужно? Сейчас нам кто-то попадется из врагов, боссов, наверное, да? Так, ну, что так долго-то? Может, шарик должен сюда упасть? Я в гробнице. Она огромная. А имперцы? Пока их тут не видно. Новая задача. Что насчет Кордовы? Я не очень понимаю, что мне искать. Он немного... эксцентричный? Мне ли не знать? Но он бы не отправил нас сюда потехи ради. Подумай как следует. Эпицентр бурь. Мне надо как-то этот шарик столкнуть, да, сюда? А как я ее столкну? Его. С помощью чего? Ты это видел? Это что, блядь? Ох. Это кто нахуй? Ебать. Какое-то говно. Скунгус. Осторожно обходите вокруг, избегая прямого контакта. Взрывающее ядро можно использовать против других врагов.
То есть его можно, в принципе, и не трогать, да? Ой. Опа. Короче, эти шары мне надо как-то сюда загнать. Блять, а что за бильярд? Почему он не хочет сюда или ползти? Подсказка. Кажется, эти сферы связаны с разъемами в земле. Что скажешь, Биди? Кажется, эти сферы связаны с разъемами в земле. Что скажешь, Биди? Да это понятно, как они связаны. Вот, я его просто не нашел. Все, он должен по центру встать сюда теперь. Наверное, да? Может, это отключить? Тихо. Бля, как мне тот и тот бы отключить? Ну-ка попробуем теперь. Ох, и тушь, блядь. Вот еще. Использовали их при медитации. Думаю, они обучали владеющих силой. Открыт тайник. Реликвия Зефо для медитации использовалась в древних ритуалах. Понятно. Ясно. Интересно.
давай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Есть. Блять, мне что, с тобой драться сейчас придется, да? Эй, беди. Как настроение, беди? Хорошо, я рад. Так, у нас одну очку навыка уже, да, есть? Что мы можем? Усиленное замедление. Наверное, его возьмем, или что это? Держать левый shift. И вот этот, наверное, возьмем. Да, неплохой вариант. Все. Так, как тебе включить? Дальше что? Впервые такое вижу. Ой, ты кто? Ой-ой-ой. Это такой железный человек, дровосек, хранитель гробницы, сильный медлительный соперник, защищен центральным силовым ядром, который, когда силовое ядро светится, его можно извлечь и провести критическую атаку. Впрочем, для этого нужны особые навыки. Ну-ка, блять, переворачивайся. О, какая у тебя форма, блять, а. Так, как мне следующий мяч толкнуть? А куда он делся? Я не могу здесь пролезть, да? Так. Давай попробуем сдвинуть его. Так, а он будет наверх у нас. Угу.
Что я должен сделать? Ой, какая-то эссенция вон наверху. Ну давай, поехали. Опа, отлично. Отключить нельзя. Хорошо. Давай попробуем вот так. Ты чё, блядь, так прыгаешь-то, как тёлка? Прыгает даже, блядь. Эх, что ж ты не цепляешься-то, а? Световой меч решает не все проблемы. Не знаю зачем. Блять, он убежать не может оттуда. Быстро. Медитировать. Давай установим хпшечку. Отдохнуть. Блять, да что? Да иди ты нахуй, блять. Помедитировал, блин. У меня вниз или куда? Я смогу допрыгнуть оттуда? Красота. Ёбаный. Охуели, что ли? А как так появляетесь? А что я должен тут сделать? Туда? Блять, опять этот. Тут ты ебанутый, что ли, блять, наглухо? Ну
Все. А как мне? Как мне туда попасть? Сверху. Ты чего? Храм здесь. А я думал, здесь гробница. Что сканировать? Древние статуи. Эти статуи вырезаны из стен пещеры. Они изображают Зефо, которые держат сферы, возможно, такие же обеспечивают энергией их гробницы. Да, а вот на одну новую способность, наверное, будет, да, сейчас? Или нет? Опа. Ты чё, блядь? Агрессии мы противостоим ей. Сила помогает нам в этом. Препятствия на пути определяют сам путь. Что стоит на пути, становится путем. Ну, попробуй еще. Направьте шар в сторону. Пробуй еще. Толчка. Хорошо, продолжай. Толкни шар, пока он не докатился до тебя. Используй силу, чтобы толкнуть шар к цели. Быстрее, заверши испытание. Кто стоит на пути, становится путем. Получилось. Нате нахуй, блядь. Наконец-то, блядь. Разобрались с этой победой. Так, что мы еще умеем? Почувствовать запах. Давай почувствуем запах. Хранитель был уничтожен уже давно. Прошло немало времени с тех пор, как здесь был уничтожен могучий механический воин. Хранитель гробницы ЗФО. Ну, началось. Что нашлось? Сливианское железо. Так, откуда мы пришли? Ага, все, я понял. Больно. Значит, я могу и притягивать предметы, получается. Если я отталкивать умею, значит, я умею и притягивать, да? Так. Ну, что у нас тут будет? Разыскать эпицентр бури. Мой друг, взгляни на рисунок на этой коре. Это неповторимая текстура. Это может быть только дерево в Рошерска Шиика.
пора обратиться к старому другу. Если Зеффа бывали на Кашиике, существует большая вероятность, что вождь Тарфул знает об этом. Добавлены записи. Исследуя Зеффу, мастер Кордова нашел храм, посвященный мудрецу Эйлу Раму. Так он узнал о тайнах древней культуры, в том числе об увлечении Зеффа Кашииком, родной планетой цивилизации Вуки. В погоне за знаниями Кордова прибыл на Кашиик, где старый друг и вождь Тарфул помог ему обрести мудрость. Ух ты ж, блядь, нахуй! Ты ебанутый, блядь! Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Проверим. Саркофаг. В этом древнем саркофаге Зеффа покоится останки мудреца Эл-Рама. Он очень любил растительность Кашиика и стал первым Зеффа, который наладил отношения с обитателями этой планеты. Его останки навеки погребены под каменным деревом в Фрошах. А я могу чуть-чуть разбудить? Открыт пункт назначения Кашиик. Так, что мы можем сделать? Сука. Что ты там нашел? Ладно, я гляну. Мой друг, эта гробница чрезвычайно интересна. Подсказка. Ага, чтобы сдвинуть сферу, одного ветра недостаточно. Так, ну это я уже понял. По поводу... Или что сдвинуть, вот это? Так, давай попробуем. Ну-ка. Эй. Так. А куда мы тебя можем положить? Эй, тихо. Ну-ка. А, блять, опять этот появился. А, вон я еще могу туда же, да? Закидать их. Ну-ка. Да. Так, открылось у нас что, вот это помещение? Тут еще что-то есть. Откуда это дует так? Сюда затолкнуть шар надо, нет? Thank you.
еще один шаг. А его куда? Ну вот эту штуку мне надо как-то открыть, да, я так понимаю? Или нет? Так. Мне надо поместить шар вон туда. А как я могу это сделать? Сейчас. До меня вроде доперло. Так. Тихо. Блять. Сейчас. Ого! Эпическая сила. А что произошло? Что теперь? Наверх подняться? Сейчас умрем, потому что нам не сюда. А вон еще какое-то место. Теперь я должен мячик сюда пиздануть, да? И как мне это сделать? Мне нужен еще мячик. Тогда не буду. Давай с тобой тогда разберемся. Эй! Он по кругу так будет, что ли, сам кататься теперь? Успел. И как мне здесь? А. Да давай уже катись.
Так, как мне отсюда выйти? Чего? Что за хуйня? Блять, надо было кнопку нажать. Зефа отправились на Кашиик. Кордова упомянул некоего Тарфула. Вождь Вуки. Они были старыми друзьями. Думаешь, он еще жив? Есть только один способ это узнать. Полетим на Кашиик. Гробница Элорама. Так, почему я не... А, все. Просто здесь вниз как будто опускаюсь. Все. Мы что, сами открыли путь для Империи? Ой. Доступны новые навыки. Одно очко, кстати. Ого. Восстановление силы. Массовый толчок. Угу. Запас силы. Так, наверное, толчок сделаю. Автоматически. Ну, давай вот это. Мне это нравится. Все, возвращаемся на корабль. Ты ж, блядь, какой, а? Поймать его! Сейчас я тебе, блядь, покажу, где я здесь. Иди сюда, нахуй. Прикрытие, я пока не закончу. Сейчас я, блядь, поговорю с тобой по-другому, нахуй. Мы уничтожим тебя! Ебать! Следую за нарушителем! Да что такое-то, нахуй, блядь? А чё у вас так... Чё-то я не смог допрыгнуть, да, до него? Опа. Иди сюда, петушок, блядь. Чё? Ну чё ты, блядь, а? Блядь, поебал у меня там? Да я сам в шоке, блядь. У меня странные ощущения. Здесь собирались Зефа. Интересно, зачем? Ритуал из Зефа. Так, теперь нам надо отсюда съебнуть. Съебнуть. Кстати, здесь были эти горные козы, куда они делись? Ну-ка назад. Мы там кое-что упустили. А здесь? Да, там еще две этих. Так, где мы?
и налево, да? Вон та дверь. Что-то я проебал в этот момент. Ну чё, погнали. Да. Чего? Чего, блядь? Я упал? Так. Что-то я не понял. Мы опять сюда припиздили? А как так получилось, блядь? Блядь, и там не посмотрел вот эту часть. Где она? Ебанутые, блядь. Ой, блядь, еще и вы здесь. Пидорас, блядь. Так, здесь же я, да, что-то не посмотрел? Или нет? Приближается противник! Еще! Надо это повторить! Вот, я держу блок, а ему похуй. Ну-ка. Вот, блок. Он просто, когда получает урон, блок не дает заблокировать удар почему-то, не знаю. Что? Кто у тебя, беди один? Посмотрим. Так, а как после выстрела штурмовика потребуется время? Так, отклоняйте снаряды с помощью силы. Ёпта, точно, точно. Я же могу и отклонять с помощью силы снаряды. Там наверху! Ладно. Вот. Он нас всех прижал! Вот так! Надо прикончить его! Вот, я блок ставлю, блядь. Вот, вот, вот. Ты всех убил! Да ладно. Вот, у нас здесь еще проход есть. Ух ты ж, блядь. Погоди, еще вот сюда должны сходить. Что там? Сиена. Береги нашу Сиену. Погибший житель. Так, и вот сюда мы еще сходить должны, да, с тобой? Оп. Ух. Этого я не ожидал. Это огромная статуя Зефа. И я подумал, что внутри будут их же вещи. О! Улучшение? Щуп-адаптер? Да, ты прав. Я думаю, что смогу заменить его этим. Давай тебя подлатаем. Вот, теперь у меня щуп-адаптер есть. Ну и как? Хочешь испытать? Так. Ну вот и все. Кто? Кто-нибудь! Атакуйте его! Он мне поебал еще дал, блядь. Ты мой! Ха!
посмотрим, что у нас нового. Переключатель. Давай поставим. Думаю, тебе лучше просто сдаться. Тебе не жить. Так, секундочку. Достали звонками. Мне не пройти. Спасибо, беди. Так, а это мы где?
Ну, это мы вернулись туда. Нашелся нарушитель. Ты почти труп. Блокируй сколько угодно, мне нужна лишь пара попаданий. Ага. Ты чё? Сможешь мне с этим помочь? Ну-ка, а здесь у нас что? Погоди. О, там что-то было. Ну, рассказывай, наемник. Идем. А, мы туда еще не смогли попасть, да? Корабль вон. Ну, там же этот, я как спустился по льду же, да? Так, это мы куда идем? Так, замечательно. Ждай! Ты все равно допустишь ошибку. Так, я же могу тут пройти же, да? А мне надо как попасть туда? Вон. Все, 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 я разобрался. То. Нам надо взломать эту дверь. Ну, началось. Ты нашел что-нибудь, бедяди? По этой штуке я смогу забраться. Так. Ебаный ад, нахуй. Так, сначала не бежим. Ему с нами не справиться. Поймай его. А ну, я оплошал. Ну же, сюда, срадайся. Как тебе, нравится, блядь? Нравится, блядь? Открыт короткий путь. Так, это у нас какой путь открыт? О. Так. Просканируешь? Что это такое? Турбинная установка. Мой друг, с тех пор, как я покинул Бога, но я узнал о Зеффо больше, чем надеялся.
здесь были, да? В самом начале. И мы не пошли сюда. Так, а это что? Блять, опять эти пидорасы здесь. Ну ладно, сейчас мы их... Наш враг ранен! Понял! Остановить! Ты всех убил! Ушел. Отдыхать. Так, вот эту штуку мы сейчас еще откроем. Беди один. Есть идея. О, ладно. Так что там было? Дюрит. Так, а как мы эту штуку можем... А, все, я понял, как мосты. Можно опускать. Силы не хватило, блять. Так, а как мне похилиться? Стоять! Как мне похилиться? Настройки. Игровой процесс, иметь управление, движение вправо, атака, взаимодействие. Выбор цели, дроид, R, исцеление, Q. Все. Подкинь мне стим, бедяги. Стало лучше. Уничтожить цель! Мы можем победить! Как нам выстоять против такого? Так, там еще педики, да? Я тебя вижу! Я-то, блядь. Тебе меня не пугать. Ну-ка. Угу. Все понял. Возвращаемся на корабль. Так, а мы здесь. Если вести себя осмотрительно и не приближаться к ним, все будет хорошо. Ха. Еще тут написано, что их переносят ветром. Как я уже сказал, не приближайся к ним. И все будет хорошо. Кто это делал? Кто это? Я. Там внизу! Кто это? Принято. Мы тебя одолеем! Так, братан, а ты че? Ой, ой, ой. Валяется. Устал. Все хорошо, беди один. Приятно слышать. Надо заняться ранами. Чувствую себя лучше. Так, ладно, пойдем тогда через этот, через короткий путь. Я там не хочу идти сейчас. Блин, музыка вообще шикарная. Блять, нет. Блин. А где короткий путь? Кэл, по нам стреляет Шагоход, а оружие выведено из строя. Это он? Скажи ему, чтоб точил свой зад!
держитесь, я уже иду. Чего, блядь? Мне с ним нужно сразиться, да? Это он срет, что ли, говном? Взрывоопасное говно, да? Ой-ой-ой. Собственно, гранаты ракет. Бейте по ногам. А, отсканировать? Где уже? Это кто? Ёпта ж. Как ты там, блядь, сидел? Так, а этого я отсканировать могу? Нет? Так, теперь я могу уже эти двери открыть, да? Ну все. А ты неплох, парень. Эй, приемчики у тебя что надо. Только скажи мне, что этот визит не был напрасным. Я нашел гробницу мудреца Зефа. Они пользовались силой. Развитая цивилизация владеющих силой загадочно исчезла. Неудивительно, что Кордова стал так одержимыми. Что еще ты нашел? Прежде чем исчезнуть, Зефа посещали планету Кошиик. У Кордовы был друг Вуки, Тарфул. Может, мы его найдем? Кошиик, я... Слушайте, там все очень плохо. Империя прессует этих Вуки только так. Значит, будем готовы к бою. Я думаю, такая жизнь подходит тебе. Бой с шагоходом придал тебе уверенности. Так как ты справляешься? Имеешь в виду с силой? Да, с силой. Помню, ты говорил, что она может подавлять. Что ж, я все еще в живых. Не хочу об этом говорить. Да, ну, я понимаю. Лучше, чем ты думаешь. Почему ты решила перестать использовать силу? Когда началось истребление, и наши клоны-штурмовики пошли против нас. Мой подаван и я взяли несколько юнлингов и подались в бега, но это было недолго. Имперский патруль почти нас обнаружил, поэтому я попыталась увести их от своего подавана, Трилы. Она осталась вместе с юнлингами, но они поймали меня. И они пытали меня. Они хотели узнать об остальных и сколько нас осталось, но больше всего они хотели узнать о Кордове и куда он делся. Но ты сбежала. Да. В тюрьме был бунт. Я получила шанс и воспользовалась им. Но они почти сломали меня. И я уже не та, что была, Кэл. Твой подаван. Она выжила? Нет. Мы потому и не можем сдаваться. Нельзя позволить, чтобы жертва самых близких была напрасной. Ну что, друзья, на этом я закончу. Продолжим «Звездные войны» на следующем видео. Спасибо, ставьте лайк. Увидимся. Пока.